Так, раз. Дорога к пальцу Нептуна была перегорожена, вот вы видите. Проехать на машине мы не смогли, поэтому мы оставили машину на обочине и пошли пешком дальше. А вот и причина, из-за чего дорога была перекрыта. Ну да. Легко и просто свалится еще что-нибудь. Вот отсюда упал такой камешек. А вот место, смотри, куда он упал. Угу. А туда откатился, наверное. И он не один, здесь был обвал. Смотрите.